народ, доброе утро. Какой день экспедиции у нас тут? Господи, всем привет. Очередной день нашей экспедиции. Герасим Васильевич. Доброе утро, народ. На самом деле я жду, когда Мишка убежит и будет вставать. Вот, а я тут. У нас было всего час. У нас чаепитие и ехать. У нас сегодня необычно ранний выезд. Вот. Выезжаем мы часов в 6 утра. 6 утра выглядит вот где-то вот так. Михаил Рудольфович. Все, движуха начинается. Ехать нам еще километров, наверное, 80 по тундре до места. Хотим сегодня проехать это расстояние. Васильевич ржет, говорит, да-да, говорит, да-да, проедем. Не, ну посмотрим, может проедем, может не проедем. Хотелось бы, чтобы проедем. Ползком на спине. Ну хоть как-нибудь. Мне в Лаозере памятник поставили. Да нам там уже памятник поставили, надо посмертно. Все, ребят, давайте. Все, народ, мы снова поехали. Снова в сторону дома. И выстрелил, значит, должна упасть. Да? Дай. Эрин. Нашла, куда полететь, а? Эх, не увидели мы выстрела. На солнышко она полетела, закрыла шерсть. Иди ко мне. Сидеть. Дай. Ну отдай уже, ладно. Дай крови напьюсь. Дай.
гадов этих вылезло, тут в лесочке встали. Быстро затермоцелились. Чуть не съели. Так, ребятки, плутанули мы чутка. Сейчас вот пытаемся у людей в деревне, если есть кто-то, то спросим, где мы, чем и как мы, как нам доехать. Потому что у нас уже времени на эксперименты вообще не осталось. Вернее, соляры. Так, ребята, экспедиция наша окончательно заблудилась под предводителем Команчи. И мы сейчас едем в нигде и в никуда. Из никуда в нигде. Соляры осталось на 80 километров. Вот. Радиус очерчен. Да, радиус очерчен, надо нам обрызгать его. Все. Обрызгать мы его уже точно не доедем. Соляру будут сбрасывать этим вертолетом. Уже дозвонились. Мы едем в точку сброса. Да, она в 30 километрах отсюда. Возможно, даже нам по пути. Так как мы не знаем, куда нам путь держать, мы будем кружить здесь. Будем сейчас объявлять. Вот из этих камней выложим большой сос на этой поляне. Да. Отправлю как-нибудь через спутник координаты наши. А вы уж там поддержите как бы сбором средств на сброс топлива. Да шучу, едем сейчас до солярки, закладка есть солярочная. Вот. И потом до дому. Так, солярки уже заправим чисто, чтобы спокойно было. Ну и чтобы Михаил Юрьевич ночью с вибастой был. Не только Михаил Юрьевич. Не любит без вибасты он спать. Мои скромные особи, такое внимание. Всем? Конечно, все 30 литров для тебя. Даже боюсь подумать, сколько стоит солярка в тундре. Ребят, вот это называется неплохая дорога на Кольском. Офигенная просто дорога. Дорога. Видели у меня какая борода уже? Домой приеду, пойду к цирюльнику, сам сбрить не смогу. Все бритвы позатуплю. Господа, у нас охота. Охота дяде Олегу охотится. Дай! Молодец! Двадцатым калибром, ребят. Ай, Буся, ай, какая умница. Какая собака хорошая нашла. Куропятку. Вот так вот. Точно выстрелить это еще полдела. А? Точно выстрелить это полдела еще. Ну, выстрел от фигня вообще.
Птица же должна дойти до рук. Бусинка, ой, красавица. Собака. А вот зрители. Красавица. Дай папе. Блядь, больно. Больно дает? Комары вот такие. Термосел, спаси нас. Они пытаются вынести наш термосел. Я с трудом удерживаю его в руках. Похоже, им нравится. 14 дней мы уже бичуем. Пушистая стала борода. Пушистая. Комары уже не прокусывают. Мушки уже вязать скоро можно будет. Комары ее не прокусывают. Хобота не хватает. Добраться, он прыгает на волосах. Сминают, чтобы добраться до этого подбородка. Суслики, ну где вы? Я знаю, вы живете в горах. Горные суслики. Горные, гордые суслики. Роют вертикальные норы. Горные, гордые суслики. Питаются только зерновым. По объявлению. По объявлению не говори. Два конца придется, падла, ходить. Бежит-ка. Да я знаю, Миш. На четырех концах. Давайте я сам пойду, вернитесь. Сядешь за руль, будешь рулить. Мне надо уже выйти. Я назад-то не дойду. Без снегоступа. Правый учет на себя, да? Да, да. Ему грести обоями надо, Олег. Рычаги отпусти, обоями гребет пусть. Мы его не развернем так. Ты че? Такую площадь не повернем. Пусть пилит. Оба рычага отпусти и просто греби. Подъехать и на стропу его уже как-то, короче. Веревку подбирайте. Едь, едь, едь! Сейчас засядем на двух концах веревки. Подбирайте веревку, подбирайте, чтобы под колесо не попало. Он вроде начинает выходить сам.
останавливайся. Наверное, Олег, ты не дойдешь до него ты? Слава тебе, яйца. Вытащили, ребят. Это ж надо, молодцы какие, сами выехали, а? Это все перегруз. Слишком много люха. Поэтому так вот и застревается. Ну и опять же, надо все-таки отрубать. Ручеек перейти, сборка пойдет. Я думаю, надо, что ты едешь на одной машине, а не на двух. Михаил Юрьевич собрался осушить это болото и сделать сельхозугодие здесь. Так что вы приезжайте, его навещайте, я координаты сейчас скину вам. Где он будет остаток жизни проводить свои. У него лопата будет, он быстро ковер откидает и все обсохнет. Шань, вдоль берега кидай. Разведка показала, что рыбов здесь не клюваются. Сейчас мы другие рыбы проверим. Может быть, ежели у нас получится. Попадаемся через болото. Больше недели. За две недели почти, да.
искупались. Надо было просто первую передачу и на моторе спуститься. Не, мотор не разгонится на первой передаче, он будет как полностью. Василию Аркадию приехали. Да, видите, воды уже стоят. Вот по дороге ломает. Да, здоровая штука. Здорово. Здорово. Вера. Что говоришь? Сильный. Сталик, не краешь? Не, нормально. Нормально, на веревках едем. А кстати, вот тебе танк у вас. Отдал я тебе? А ну да. Не. А ну да. Вон, да, да. А как, что, как вы втроем? Я один там. А, один. А все в кузове, да? А ты один мучаешься, короче. Подожди, подожди, подожди. Во, ребят, смотрите какой. Планокар, ёлы-палы. Слышишь, а мы говорим, шумно, да, в шерпе там, покачивает нас. Капец. И зип не возят ребята с собой, ни ключей, ни кувалды, ни лома, ничего вообще. Просто все, что дома есть, туда складывают и едут. Кухонный гарнитур. А мотор запасной есть еще на нем? Сразу. Не, мотор, кстати, у него хороший. Если хороший. 100 километров, 100 литров масла живет. Ну. Как и, а соляры сколько? Так же. Так же. То есть бочку солярки, бочку масла. Ну вон оно, да, вытекает маргусалином. Это лишнее, то, что ему не лезет. То, что схавать не может, да, выплевывает. Намазать можно на хлеб. Вон на подшипнике намазать можно. Цепи можно смазывать и сразу же. Не, у меня не жрется, у меня да. О, тут вообще кайфово. Куда-нибудь раз завалился. Сколько он горючки везет с собой? Сколько баков емкости? Литр километров. Не-не-не, здесь сколько топлива? 280. 281 с одной стороны. У нас вообще 280 ходит. У меня было 3 тонны баков. Не, у нас 280 ходит. На Германию собирали. А, то есть это еще люкс, Германия, можно сказать, да? У меня тут... Ух ты. Обогрев стекла уже сделан. Ёлы-палы, вот так же гусну такую потерять-то, ёлки-палы, в болоте есть. Да. Как ее достать оттуда? Здесь вставляем технику. Иначе мы спать ляжем. Ну и, господа, традиционное завершение нашего вечера. Это, конечно же, вкусная еда. Михаил Юрьевич, у нас вкусная еда? Бесподобная. У нас очень вкусная еда, господа. У нас сегодня вот салат с печенью трески. Профсоюзный делается. Да, профсоюзный сделали салат у нас. И у нас наши тортилы. Из того, что осталось, все в них кладем, запихиваем туда, и все оно там пектется. Все очень вкусно, разнообразно. Особенно пельмени. Ну правильно, что, конечно, я мерзну. Потрогай, у меня спина вот. Опа, завтрак туриста. На завтра готов. Ребят, что я могу вам сказать? Короче, закончился сегодня день. Сегодня мы прошли полтинничек. И надеюсь, завтра доберемся до Лавозера. Осталось нам 100 км, но уже по дорогам. Так что швидко-швидко будем собираться, разбираться. Завтра как приедем, посмотрим, сколько он уже будет связь. И я вам уже завтра в Инстаграм скину какие-то фотографии. Так что, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Мишка уже кыш сказать не может. Он даже ручкой не ведет, видите? Спит как сурок. Тихо, тихо.
Все похрапывал, я правда ложился, приходил, похрапывал. У нас тут вообще кавардак. Шмотя ведро еще на улице, какую вот туча стоит. Шмотика. Ой, блин. Шел 14-й день. Капец, мы уехали на недельку. С графика выбились вообще конски. Смотреть следующую серию, где мы будем ехать до Лавозера. Посмотрим, что будет за дорога. Сейчас вот здесь на базе они отчески встретились с ребятами вездеходчиками. Короче, они едут спасать вездеход. У них утонул Четра. Вездеход Четра утонул, короче. Будут они ее спасать, вынимать, доставать. Как-то так. Все, спокойно. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока!